Пацаны, пацаны, вы все еще под кофеином? Вы все еще под кофеином? Давайте помогать, помогайте. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну что, дурачок? С кем связался-то? Приветствую вас на канале Mixel Games, и меня зовут Михаил, соответственно. Ну что ж, вот наконец-то долгожданное приобретение. Я приобрел веб-камеру, и вы сможете воочию наблюдать за моей физиономией, за ее реакцией, за ее криками, орами. Короче, мы на данный момент проходим Фалафель 4, находимся в убежище 88. Силач тут круги наматывает рядом с нами, топает туда-сюда. Давайте-ка мы не туда. Давайте-ка мы зайдем в карту. Зайдем в информацию потом. Да, убежище жажды. А, утоление жажды. Построить прототип автомата с газировкой. Вот так вот. У нас вот эта дурочка облезлая. Да, представься, пожалуйста. Вот. Огромный потенциал. И, короче, эта дурочка облезлая нам такая предлагает. Надо, говорит, построить автомат. Вот, отучить людей стоять у кулеров, обсуждать всякие темы, чтобы отучить от этого и постоянно работать. Что, думаешь, с ума сошла, что ли? Ну ладно, все-таки мы с ней спорить не будем. Нажимаем буковку В, выбираем особые. Прототип автомата с газировкой. Мы пока все будем раскидывать примерно, ну вот здесь. Вот где попало. Нужен человек и немного электроэнергии. Прикрепляем провод. Прикрепили. Все, выходим. Подключить терминал к автомату. А, вот, смотрите-ка. Нужно еще подключить терминал. Выбираем снова мастерскую. Прикрепляем провод. Прикрепили. Выходим. Что, да? Тебе ничего не мешает убрать труп. Давай. Эксперимент с автоматом с газировкой. Экспериментальный мод управления ожидания параметров. Подавление аппетита, улучшение настроения, дополнительный кофеин, заметки доктора Брауна. Ну-ка, что с заметки? Когда первоначальные запасы продовольствия и воды будут израсходованы, жители убежища будут принимать все, что мы им дадим. Это дает нам уникальную возможность незаметно добавлять в пищу различные химические добавки. После длительного тестирования мы выбрали в качестве объекта для экспериментов автомат с газировкой. Теперь нас ограничивает только наша фантазия. Сделайте так, чтобы Волтек нами гордился. Да уж, наверное. Чё это такое все нажимаю? Вот. Подавление аппетита, улучшение настроения. Почему бы нет? Хорошее настроение — это залог успеха, наверное. Или дополнительный кофеин. Будут заряженные. Давайте-ка мы все-таки дополнительный кофеин бахнем. Давай. Зафиксируй параметры дополнительный кофеин. Заметки руководителя отдела разработки. Ну-ка, что с заметки? Тед меня разочаровал. Если выбросить всю шелуху из долгого и нудного доклада его группы, становится ясно, что действующие вещества добавка Z является кофеин. Самый обычный кофеин. Неудивительно, что у подобных не было отмечено никаких подобных эффектов. Группа Теда потратила кучу времени на подбор вкусовых добавок и степени газирования или газирования. Они даже провели сравнительную дегустацию с ядер колой в целях повышения привлекательности. Надо признать, напиток действительно освежает. Боже, как я ненавижу Теда. Ясно. Принять параметры, выбрать гипо... Давай, принимаем параметры. Немножечко кофеечку. Дать Клэм возможность раздавать газировку в течение часа. Окей. Давай, ты готов к работе? Насыпай кофейку. Кофейку хочешь, силач? Автомат с газировкой заработал. Кто хочет стать первым клиентом? Смотря во сколько это обойдется. Бесплатно. А, вот как? Ну что ж. Тогда... Смотри-ка. Отойди. Ой, какой покладистый работник. Они пускай целый час, короче, тут распевают. И мы посмотрим на результат. Yes. Вот, мне нужно. Мы в убежище ну. Да-да-да, вы в убежище ну. Мы присаживаемся в кресло и ожидаем целый час. Yes, совхоз. Все, мы подождали целый час. Поговорить с Клэмом. Блин, кто этот труп уберет наконец? Клэмчик. Hey there. Пришли с проверкой, у меня тут как раз клиент. Хотите еще напиток? Что это за чертовщина?
Мне доводилось пить Эдеркулу, но эта штука... Ага, знаю, в это какие-то особые химикаты. Ага, в общем-то, это ничего бы, теперь я его фанат. О-о-о, мы подсадили на кофеинчик, смотри-ка, все, кофеиновые наркоманы. Привет. Excuse me. Кофеин, ну да, он действительно повышает производительность, но если честно... Что? Учитывая этот результат и сомнительный успех энергоцикла, я уже начинаю сомневаться в том, что вы серьезно относитесь к этому проекту. Хе-хе, о чем ты? Но вы еще можете искупить свою вину. Чё? Клятва Гиппократа. Торжественное обещание не причинять вред. Ну, в общем-то, как-то так. Не хочу углубляться в перевод пыльных учебников латыни. Ой, будь добра. Но в этом основоположение принцип медиков противоречит тому, что мы хотим построить. И что это вы хотите построить? Врачи должны прежде всего заботиться не о здоровье пациента, а о всеобщем благе. Ага. Вы, конечно, это понимаете. Естественно, кто как не я. Так, хватит философствовать, клятва важнее, мы в отчаянной ситуации. В отчаянной ситуации, хватит философствовать. Давайте прервем семинар по философии и займемся делом. Разумеется. Вот Фараптер Волтек, особое оптиметрическое оборудование, которое может улучшить зрение пациента. Фараптер, наверное. На самом деле у него огромный потенциал. Ой, какой огромный. Для прототипа нам нужно немного. Ну, то есть много. Нет, на самом деле, просто огромное количество радиоактивного материала. Но дело того стоит. Серьезно? А где взять материал? Где возьму столько радиоактивного материала? Вам повезло. Вы выбрали это место для убежища 88, потому что, по нашим данным, в пещерах находится богатое месторождение урана. Так что, проверьте пещеры, тогда мы получим все необходимое. Окей, я сейчас проверю эти пещерки. Еще раз, громила, аккуратнее, а то зашибешь меня локтем-то, потом не соберете, фамилию не спросите, в какую мне из пещерок. О, уровень, срочно заходим, повышаем уровень, нажимаем буковку Т, опа-на. Так. 24 уровень. Стимулятор восстановлен на 65%. А может? Нет. А может... Не, погоди. Оружейник... Рано. Взлом. Взлом. Может быть, вполне. Но! Погоди. Что? Интеллект, хакер... О, кстати, вот мне вот надо бы хакер-то пораскачивать. Все, спасибо. Хакер мне точно пригодится, потому что вот тут я терминал не смог вскрыть. Блин. А мог бы воспользоваться этими роботами с прошлой серии, между прочим. Ну ладно, окей. Кстати, у меня очень сильно забит инвентарь. Очень-очень сильно забит инвентарь. А ты зачем в него стрелять собираешься, дурачок? Курнул, что ли? Совсем сумасшедший. Дымовые шашки мы так и пока выбросим. Дробаш ебаши, жига-дрыга, импульсная граната. Ослепительный... Ну, тоже нахер пока. Пукалка, нормально, ракетница. Релейная граната синтов. Оставим. Ага, оставим. Оставим военные формы, пока пускай поносит. Антирадин. Вот эту вот всю хрень. Винты, бафауты, кусочки. Оставим. Ментаны. Психи. Вот эти. Радикс оставим немножечко. Смоленинка. Вот это тоже давай ему суп изыграем. Тошка, картошка, шашлык. Ясно. А сколько это весит? Погоди. Яйцо болотника. Тоже нахер. Вот. Это разное. Ой, хлам, короче, надо ему поскидывать. Вот это вот. Вот. Денежки оставим. Ладно. Глобус. Короче, все подряд ему сваливаем. Пускай с этим носит. Сейчас, конечно, он меня возненавидит. Он же, по-моему, не любит носить всякий этот хлам. И не любит, когда я собираю всякий этот хлам.
Ну куда деваться-то? Времена нынче тяжелые. Войди в положение. Ой, погоди, ядерный материал разбрасываться не надо. Ядерный материал нам пригодится. Погоди, стоп. Во, забираем обратно. Вот, все. Боеприпасы. А, модификации. Блин, тоже ведь весит хрен знает поскольку. Тоже повыкидываем. Все, пускай таскается. Красавчик. Родина тебя не забудет. Столько газировки, что облопайся, да. Облопайся. Облопайся, но не обляпайся. Так, погоди, информацию мне нужно. Взгляд в будущее обеспечить. А у меня больше... А, все, активных больше нет. Построить фороптер и обеспечить его энергией. Добыть урановую руду. Так, давайте мы начнем с урановой руды. Приходится из-за того, что... Че, на взводе? Ну, конечно, конечно. Это все под кофеинчиком. Фораптер. Давайте-ка мы построим фораптер. А, ну нахера. Вот давайте-ка мы все-таки его заценим. Ядерный материал. 25. Ёпашу мать. 20, сука, 5. Все, давайте. Мы бежим изо всех ног. У нас здесь все перекрыто. Ладно. Ящик, блин. Вот. Бежим в эту сторону. Врагов у нас больше вроде не намечается. О. На зарядку включил. Ой, хорошая пушечка. Ой, хорошая пушечка-то, а? Посмотрите-ка. Кстати, да, между прочим, вчера я вот занимался вот этим самым всяким... Ой, уран. Ой, уран. Уран, 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 уран. А как мне его добыть-то? А как мне его добыть, кстати? Ну, удерживаю, чтобы верстак... Блин, не на ту кнопку удерживаю. Во, во, разбираем. Ёпашу мать. Вот Зет, блять. Вот Зет, иди разбирайся. Я с ним и... Давай, вешай, вешай, вешай его кишки на здоровье. А чё такое? А ты чё? Охотник. Нет, 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 нет. А где этот охотник? Где этот недопырок? Где ты? Эх ты ж, мать твою. Какой? Какой прыткий! Бежим! Сука! 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 Ты чё хочешь, чтобы я... Ах, ты ж падла! Ёпашу мать! А чё ты встал? А чё встал-то? Чё встал? Ну постой, постой! За землю-то русскую! Постой, сучка такая! Бля! На, сука! На, сука! Вот смотри, он чё-то это... Лопушиться, да? Страшно, да? Страшно. Я знаю, я гроза рад скорпионов. Ты посмотри на меня. Ёпашу мать, такой. Он на месте застрял, да? Слушай, ну физика этой игры вообще, в принципе, за меня. Ну дай долбани разочек-то. Во что значит. Отойди, дурак. Во что значит навалял. Всыпал по самое не хочу. Вот, кстати, Радыкс-то я сейчас сожру. Между прочим. Радыкс, помощь. Где Радыкс? Ам-нам-нам. Ам-нам-нам-нам-нам. Сопротивляшечка. Сопротивляшечка. Ам-нам-нам-нам-нам. Так, а как мне добыть эту хуйню? Светящийся гриб. Еще один! Легендарочка! А вот это уже серьезная заявочка. А как? А чё? А куда? Бляха-муха! Отступись! Сохраняемся! Ё-моё! Чё творит? Маньяк конченый, маньяк конченый, больной ублюдок! Блин, ублюдок! Сука! Погоди, антирадин я приму. И... Ух ты ж, мать твою! За ногу налево и об угол. Придурочный. А где бугорок, на который могу забраться спокойно? Вот сюда, оп! Ой, понеслись. Пускай, пускай разбираются там. А я пока... Во! Во! Ух ты ж, мать! Заколбасило-то! Так. Да ладно. Поэкономим патроны пока. Нормально? Нормально. Он же мутировал. Смотри, он светится, он мутировал. Ах ты мутант недоделанный, бляха-моха.
Трищ. А я-то по что тебе нужен? Я тебе не нужен. А я хочу вот сюда. Ты чё? И чё? И чё? И как поступишь? И чё будешь делать? Чё придумаешь-то? Будем надеяться, он застрял в текстурах. Не-не-не-не, он не застрял в текстурах. Выродок. Смотри, кулачишками его мочат. Не бояться. Не боя... Давай по ногам, по ногам. Опа. Оп, крит. О май. Давай еще. Давай ему. Так, сейчас мы его доковыряем. Смотри, минус один. А-а-а! Опасность, опасность, опасность. Так, ну чё? Но он не на меня, он же за мной сейчас не побежит. Он же за мной побежит! Блядь, вообще, ты конченый, ты конченый. Ты конченый ублюдок, таракашка, букашка. Вы... Смотри, они все под кофеином, сейчас ему наваляют. Ага, чуть-чуть, чуть-чуть, смотри, смотри, смотри. Сейчас я фаталити ему это организую. Давай, пожалуй, да не, по туловищу давай, хер с ним. Еще. Ой, все, тут... Или как, вот так вот, да? Угу, угу. Это ж легко было. Я даже ни грамма не вспотел. Что? Ватт совместимый? Ватт совместимый карабин с рычажным затвором? Повышает вероятность попадания в ватт... Уменьшение расхода УД на 25%? Чё? Ха! Вау, прикол. Прикол. 45,7. У меня таких патронов-то и нету. Мое почтение просто. Друган, мы не зря бились. Каждый патрошек, каждая копеечка потрачена вот на этот все. Вот, были спущены не зря. Мы сейчас заработали новый карабин. А это мы потому что уровень, наверное, повысили, да? Угу. Ну, автолевелинг никто не отменил. Стоп, стоп, стоп. Не горячись. Сожри таблеточку. Вкуснятинка. Так, а здесь работает мастерская? Работает? Серьезно. Ебать, тут урана-то. Урана-то тут охереть. А как мне его собирать-то? А чё, прям так? Да нет! Ты дурак! Ты дурак! Ты дурак! Просто беги нахер отсюда. Ёпашу мать! Откуда они нарисовались? Ёб ты, блядь, вспотел чуть-чуть. Да хватит наяривать-то тут. Фу, сохранялого. Сохранялого. Вот этого я прям не ожидал. О, блин. Нет, 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 нет. Убегаем. Убегаем. Бежим. Пацаны. Пацаны, вы все еще под кофеином? Вы все еще под кофеином? Давайте помогайте, помогайте. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну че, дурачок? Ну че, дурачок? С кем связался-то? Вообще попутал. О, смотри, шмалять начали пацаны. Пацаны с района шмалять начали. Ох, сука, такое. Вон он, больной ублюдок. Больной ублюдок. А, бам-бам-бам, блядь. Ничего, мы сейчас эту сучку отдалим. Давай, давай. Давай, нахалуповой. Слишком много будет пострадавших. Раз. А это уже другой. А, того-то одолели. Ложка-то одолели. Блин, попасть не могу. Да ё-моё, какой разброс. Нет, погоди, это другой нарисовался. Ладно, ладно. Побережем патроны. Тут пацаны разберутся. По полной программе... Да в пизду, короче, все это. Зубочистку взял. Погоди, там где-то светильник. Ты че? Присел с молотком. Такой фругур, ты вообще диву даюсь. А где светильник-то? Где это, лапочка или чата? Ох ты, бляха-муха. Пацаны, не расслабляемся. Какого че... Какого черта? Булки, понимаешь, расслабили. Не-не-не-не-не-не-не! Иди нахер! Расслабили булки. Вы как могли вообще? Я ваш босс.
При мне булки вообще нельзя расслаблять. Я вам для чего тут кофеиновый-то аппарат поставил? Все. Молодцы, иди попивай. Иди попивай. Яйцо. Фаберже. Так. Ёпашу мать! Пацаны, не расслабляемся! Отвали просто. Просто уйди. Тихо, ребят, вы что, под Friendly Fire я не хочу попасть. Вы что, с ума сошли, сбрендили? Хуярят вообще. А если меня рикошетом заденет? Что делают? Он даже дыркой светится. Все, перестал светиться. Да хватит по мне шмалять, я сейчас по тебе тоже буду шмалять. Сохранился. А, вон, смотри. Давай, пожалуй ему, жало отстреливай. Дыщ. Давай, крит. Еее! Во, отлично. Давай, шмаляем. Бляха-муха. Есть, нормально. Давай, из пуколочки. Пуколочка, вот это нормально. Джига-дрыга. Из пуколочки я только что шмалял. Патрончики поэкономим. Погоди. Мало. И... Оп! Все, нормально. Справились на изи. Во. Перезарядились. Пошли. Силач. Шрек. За мной. Водички дерябнем. Давай еще водички. Освежимся. Нормально все. И сейчас со светлой головой топаем. Всего лишь каким-то револьвертом справился. Просто работают профессионалы. Правильно. Во, вот так берем, разбираем. Вот так берем, разбираем. Также пришли. А что сразу-то ставить? Сразу? Здесь? Да погоди ты, отмена, отбой. Давай еще пособираем. Нахер все вот они здесь валяются. Давай мы их сразу разберем, большую часть. Вот, это на бетон? На бетон, отлично, значит на бетон тоже. Вот, видишь, как хорошо. Все, сейчас это дело пособираем. Сразу местечко тут, да отступись, освободиться. И мы кайфа... Вау, груда известняка. Надеюсь, не рухнет. Во! Там очень много всего. Я не хочу туда пока идти. Чувствую... Вот... Пипец! Залежи! Робот! Ты видел? Ты видел это чудо из чудес? Ёпашу мать! Мы сохранились? Еще раз сохранимся. Эй, охранник! Иди нахуй, охранник! Бежим! Твои кишки на шею. Кишки, провода его на шею намотай, дурачок. Дурачок. Где он? Где этот беспонтовый? Мари. Тыщ! Лови. А, ладно. Чух! Стоп. Давай-ка я пока от радиации немножко подлечусь. О! А то я же скоро в этого превращусь. О, водички. Так, Радикс. Рададададикс. Рададикс. О, ой, гаражу. Уф. Ю, блин. О. Хорош, не насыпай мне тут. Не надо, давай обойдемся без насилия. Или только с моей стороны. Давай только с моей стороны. Йоу! Ну-ка. Попал или хоть? Хоть раз попал. Ходыщ. А я вообще хер знает. Ла. Отстань. Ой, попадаю. Опа. Попадаю. Бежим, дурак. Он совсем сбрендил. Ой, вообще дурачочек. Еще раз сохранимся. Больной ублюдок. Нихуя он насыпает. Опа.
Трич. Трич. Ничего себе. Это что, он там дыманул? Да, я тоже хочу слышать, как он сдохнет. Очень хочу. На! Бляха! Опа! А его хоть заделали? Вот меня задело! Ты конченый! Лови! Оп! Али, оп! Он мне как-то... Он еще и мутировал! Ну все, ну как, это капец, давай, антирадишку и стимуляшку. Че там, че там? Стоп, где? Это наш, это наш. Вон он, сука. А почему дырка-то он какая явная? Блин! У меня что, гранаты кончились? Серьезно? вот прям настолько, что гранаты аж кончились. У меня мины есть. У меня есть мины. Так, бутылка. Так. Лови. Эй, Алёш. Алё. Опа. Дыщ. А это ему поможет? Это мне поможет, да? Дыщ. А чё он там? Чё он там буровит? Иди сюда. Не ссы! Так. Ага. Вот так вот! Блин, слушай, вообще не вариант. Вообще не вариант. Ебаш-дробаш, импульсные гранаты, мозговой шибалкой. Импульсные мины надо как-то подсовывать. О, я всё-таки попадаю. А почему в прошлый раз не попадал? Во, сейчас и будем так выщелкивать ее. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Помаленечку. Все, он больше не мутирует, эта сволочь. Посмотрите-ка, легендарный-то попался-то какой. Мы таких как-то легендарных на раз-два просто разделывали. Поросенок. Вот, сейчас его через смотровое окошечко-то. Очень удобно его придумали. Вот специально. Разработчики знали, что делали вообще. А если я вот так докину? Лови. Достало до него. А вот это, наверное, вряд ли. Ну ничего, мы главное про... патрон-то не трать просто так. Давай ему плечишко отстреливаем. Может, его рука сейчас отвалит? Бляха-моха, ты что такое творишь? Мы еще раз сохраняемся. Вот так вот. Смотри, он моську свою высунул. Тыкву! По тыкве! Да-да-да-да-да, сейчас по тыкве мы и насуем. Нихера, что это такое за поле желтый вокруг его стреляет? Чего ты там говоришь? Мари, учись, сосунок. Сосунок. Сосуночек. Больно, да? Вот так вот надо. Куда, дурак, ты что ли? Вообще нечестно, не по правилам играешь. Все, давай обратно в смотровое окно. Подглядывать за мной, давай. Давай в гляделки играть. Давай кто кого переглядит. О, бля, пушку отстрелю. Ух ты, блядь. Учись. Учись. Вот вроде высокий уровень сложности, да? Вывожу на раз-два просто. Фу. Смотри, смотри. Опа. Давай, давай. Пропущенный. Еба, он же... Ух ты, мать твою. Это сейчас метро-то посыпется. Ты что творишь? Ты что творишь? Ты что творишь? Все. Друган, ты проснулся, да? А, я здесь патроны-то пособирал. Позолоченная зажигалка. О, трофей. Стоп. Провоцирующая пусковая установка. Удвоенный урон целям с полным здоровьем. Оу, май. Да, берем. Ядерный блок. Ракета. Патроны. Схема. Предохранитель. Алюминий. Ратно. Все, разобрали его просто по винтикам-шпунтикам. А, блядь, вон еще сверху это говно. Сверху это говно. А что он тут тоже все делает? Мне просто интересно, из какой клаки он вылез тут. Он тут постоянно, что ли, ночевал? На постоянной основе? Или тут есть дверь? Нет, смотри, он, походу, тут застрял. Тут ворот-то нету. Он, наверное, отсюда пролез?
Его засыпало. Ты что пристраиваешься, дружак? Дружочек-пирожочек. Дружочек-пирожочек, смотри. Вот делаем вот так. Опа. Разобрать. Отлично. Разобрать. Превосходно. А здесь что-нибудь разобрать? Увы. А здесь бочки, бочки, бочки. Вот эти бочки, обломочки. Ну, очень хорошо. Очень хорошо. Ладно. Вот еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Я тут вот эту пещеру... Ой, бляха-муха. А, во, все. А радиация все еще херачит. Все, прошло. Все, меня отпустило. Да, вот давай еще чуть-чуть по потолку, короче, пройдусь. По потолку. Оп. Вот, вот тут. О, какая. О, какая здоровая. Бляха, я потерялся, а мне куда? Да, мне вон туда. Вот здесь. Вот эту тоже давай. Ой, вкуснятинка. Все, самые сливки снял. А ты тут дымись, пылись, лох. Бежим. Все, мы, короче, строим эту хрень. Эту хрень, медицинскую хрень. Что-то мне подсказывает, я снова провинюсь в глазах нашего этого самого... этого самого вот этой морщинистой. Что-то мне подсказывает, что я опять что-нибудь не то сделаю. Вот, вот, вот смотри, вот смотри. Здоровье, ребята. Кыш, тут здоровье сейчас будет проверяться. Все, значит, выходим. Че это? Нужно электричество. Ну тогда вылазь отсюда нахер. Прям через очки. А может снимешь, дуралей? Прикольная вещица, мне уже нравится на самом деле. Короче, мы дело это запитаем. Стой, 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 стой. Стой, дружище, пожалуйста, отойди. Ты вот тебе приятно было, когда тебе в ухо будут дышать? Мне вот не особо улыбается. Угу. Я понял. Смотри, вот эту хрень берем и поставим поближе Пацаны, ребята, отойдите, пожалуйста. Вот, вот. Ладно, я вот сейчас вот так сделаю. Вот это разберу, чтобы не мешалось тут. Вот это, сюда. А вот это вот достанет? Блин. Блин! Скей, блин. Ладно, давайте мы, короче, построим... Что там? Магазин, создание предметов. Нет, 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 нет. Питание. Соединитель-переключатель. Наверное, вот это, да? Да, опора лэп. Опора лэп. Вот. Давай. Не-не-не, все, отбой. Бой, отбой. Чик. Готово ведь? А я не понял. А генератора-то одного мало, что ли? Ё-моё. Я случайно эту хрень взял. Не-не-не, вот так вот. Да, вот так вот. Давай. И вот здесь. Прикрепляем. Вот, смотри-ка. Подключить к терминалу. Я же подключил к терминалу, да? Я же подключил к терминалу. А, мне нужно теперь настроить в терминале. Давай, мы сейчас вот все это сделаем, не боись. Не ссы морщинистые, сейчас все будет. Эксперимент фороптером. Давай я фороптер буду называть, потому что я хз, как она называется правильно. Подсознательное внушение. Почитаем. Ага, зафиксированный параметр подсознательного внушения. Заметка руководителя отдела разработки. Отдел исследования разработок и подготовления подготовил серию микроизображений, которые при последовательном циклическом воспроизведении оказывают статистическое значение положительного влияния на отношение подопытных к убежищу компании Волтек и личности смотрителя. Что же касается глазных капель, то нам пока не удалось создать формулу, сочетающую эффективность и отсутствие тяжелых побочных эффектов. Но мы продолжаем работу. Примечание. Примечание. Возможно, применять электрошок и смирительные рубашки давало нам существенное преимущество. Теперь же сроки испытаний могут увеличиться. Вы просто пациентов скручивали, маньяки. Давай применим параметры. Ну все. Со смотрителем и клемм. А клемм, 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 клемм. Ясно. Что опять нажимаю? Опять что-то не то нажимаю. Да, прикольная штука. А вот так можно? Весь в проводах запутался. А почему? Почему? Зачем я смотрю сам себе в ширинку? Алло, ребят. Нахера? Нахера? Ты сюда сядешь, да? Садись давай. Давай. Нести. А, сначала мне нужно с ней побазарить. Кажется, у нас есть первый пациент. Да.
Клем, прежде чем мы начнем, как ты относишься к детям? Ну, они ничего, наверное. Уже боится отвечать. А ты собирался их заводить? Ох, даже не знаю. А почему вы спрашиваете? Походу, больше не сможешь. Просто так. Продолжай. Привет. Вы пришли проверить глаза на форо... на этой штуке? Да, наверное. Ну тогда садитесь. Ой, я хочу на это посмотреть. Ёпта, он сейчас что-нибудь натворит. Какое-то безумное сейчас будет, что-то безумное. Просто не двигайтесь. Он все еще мигает. Я думаю, что это нормально. Ой, какого хрена? Ой! Эта штука не работает? Что? А что вы делали? У меня перед глазами была только одно чего-то там. Это просто недоработка прототипа. Ничего страшного. Мне еще с ней поговорить надо? Вы врете. Я это так не оставлю. А что случилось-то? Расскажи о своих ощущениях. Вы что вообще задумали? Вы позвали меня и Клэма, чтобы экспериментировать на нас? Вы с приветом? Это просто ваши фантазии. Что за чушь? Вы пришли сюда и сами выдумали это просто. Что мы хотим вас тут грохнуть? А, сука. Такой кринж. Все не так, как вам кажется. Все отрицаю. Сука. Точно. Я понятия не имею, о чем вы говорите. Ну да, точно. Похожая история, которую мне рассказывали про World Egg, были правдой. В сотрудничестве хотя бы сразу знаешь, чего тебя хотят убить или обмануть. Пошли отсюда, Клем. Это просто мерзавцы. Ой, блядь. Но у меня же теперь есть работа. Я Я заведую глазной машиной. Я не могу идти. Спасайся, пока можешь, Клем. Ой, дурачок, ой, дурак, тебе же предложили бежать. Надо было просто бежать, сломя голову, чел. Ха-ха, сука. Итак, один из наших жителей ушел. Ну, ее легко будет заменить. Самое главное то, что мы делаем невероятные успехи. Какие? А, сука. А, хрен с ним, гулять-то гулять. Че дальше-то, сука? Последний эксперимент. Это моя гордость. Я дошла по следам доктора Брауна. Я пошла по следам остальных ученых и сдала свой собственный прототип. Ну-ка. Гипотеза следующая. У каждого у нас есть свои пороки, свои недостатки. И? А что если наше убежище не будет напрасно пытаться с ними бороться, а вместо этого извлечет из них пользу? Да, да, что будет? Бляха, сука, она такая так тупо выглядит, когда параллельно что-то базарит и еще это клацает по клавиатуре. Какие пороки? О каких пороках вы говорите? Ну, в первую очередь, жадность. Сука. Это чертеж игрового автомата, я постараюсь сделать его как можно более привлекательным. Выберите параметры эксперимента и посмотрим, что в итоге получится. Она так угорает просто. Пипец. Что же мне нужно теперь делать? Построить игровой автомат, обеспечить его энергией. Ты серьезно? Я угораю просто над этой овцой. Вот девчонка молодец. Игровой автомат. Тихо, куда пошел? У тебя глобус есть. Дай мне глобус. Дай мне два глобуса. Если есть глобус, значит есть болты. Запомните это раз и навсегда. Древний глобус. А есть просто глобус? Стой. А где еще у меня? Просто мне нужно было взять вентилятор. Ладно, теперь заново берем. Вот так вот. Куда его впиндурить? Вот сюда его впиндурим. Во, отлично. Угу. Не-не-не-не, отбой. Все, подрубаем. Давай к общей сети, да? А, блин. Надо сначала провода подрубить. Вот так вот. Space. Почему? Отбой. Вот, давай. Что делаешь?
Есть клиент. Уже один к однорукому бандиту подошел. Баран. Бляха-муха, вы вообще недоразвиты. Просто бегите нахер отсюда, из этого места. Так. Все. Ха-ха-ха, сука. Ты смешной. Ты такой смешной. Ты-ри-ри-ри-ри-ри. Да. Ну-ка. Перестань базарить со мной. А? А. А, он что-то выиграл, смотри. Доволен, да? Все, наигрался, смотри-ка. А, блин, какой отходчивый. Еще быстро сдался. А, эксперимент с игровым автоматом. А. Закабаление. Оставление клиентского досье. Работа в убыток. Давай-ка записи посмотрим. Тяга к азартным играм от природы свойственна человеку, а многочисленные казино по всей стране потратили миллионы на то, чтобы еще более усилить ее. Углубленный анализ методов описания в современной психологии Содружества навел меня на мысль использовать азартные игры в целях положительной мотивации обитателей убежища. Главным вопросом является наилучшая стратегия применения игрового автомата. Варианты. Автомат может сначала возбуждать у подобных азарт, а затем полностью лишать их финансовых ресурсов путем манипулирования вероятностями. Таким образом, обеспечивается максимальный доход убежища. Этот параметр называется закабаление. Отлично. Б. Автомат может работать со стандартными шансами, но при этом анализирует клиентов и выявляет лиц, предрасположенных к дегенеративному поведению, составление клиентского досье. В. Если позволит время, можно попробовать установить максимальную вероятность выигрыша. Очевидно, что этот вариант будет самым популярным и дорогим. Однако параметр работа в убыток следует выбирать только при АБ тестировании. Ладно, 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 ладно. Давай-ка, давай-ка. Работа в убыток. Составление клиентского досье. Давай серединку выберем все-таки. Принять параметр. Да, давай. Дать Клему возможность поиграть в течение часа. Дружище, давай-ка, присаживайся, присаживайся. А можно я сначала попробую? Давай. Первая карточка моя будет. Чё взят? Повышение удачи? А что за предмет повышения удачи? Повышение удачи предмет, да? Я это ведь видел, да? Это помощь? Ну-ка, на П. Пюре. Нет, это пюре. А есть повышение удачи? Нет, кажется, меня наебали. Хлам? Нет. Модификация, боеприпасы. А что только что было повышение удачи-то? Автоматом пользоваться не могу. Ладно, дружок, пирожок. Иди, повышай удачу. Только на велосипед-то не садись. Не, не надо, не надо. Какой-то очень странный автомат. Ну, почему странный? Чё там выучить? Почему ты всегда так подкрадываешься ко мне, дружок, пирожок? Иди нахер, пожалуйста. Иди поиграй, иди поиграй. Давай-ка я посижу часик. Отдохну. А, пока он там будет играть. Давай, Т, ждать. Он же будет играть? А, все, он поиграл. Вернуться к смотрителю. Чё сейчас нам мне скажет? Давайте позовем Клема. А, привет. А игровой автомат должен так мигать? Время от времени он издает странные звуки и мигает. Наверное, тебе померещилось. Игровые автоматы людей не фотографируют? Ха-ха, сука. Нет, ни в коем случае. Не фотографируют. Не-не-не, ты о чем, дурак, что ли? И что вы думаете? После всех этих экспериментов... Наконец-то все готово. Сотни лет потраченных на планирование и модификацию. Результаты оказались неоднозначными, но в науке ты редко добиваешься того, на что рассчитываешь. Проект всей моей жизни завершен. Пожалуй, теперь я отнесу наши чертежи в другие убежища. Улучшу жизнь их жителей. Убежище в вас нуждается.
попробую. Убежище 8 нуждается в вас. Вы не можете потерять... мы не можем потерять нашего смотрителя. Как это трогательно! Хотя чувства не должны главенствовать над разумом. Но по какой-то причине чувства берут верх. Я останусь. И вместе мы превратим убежище 88 в маяк надежды. Надежды на лучшее будущее. Да. Уменьшение урона от Гули на 15. Вау, легендарочка подъехала. Пацаны, смотрите, легендарочка подъехала. А если я сейчас напялю? Можно? А, точно. Точно надо было полистать. Уф, как хорошо-то. Бумс? Ты посмотри, какой красавчик. Посмотри, какой красавчик. Эмблемы только не видать. Надо, чтобы эмблему было видно. Нет, не то снял. Обратно день. Не голова. Во! Уф, блядь. Ты смотри, как гордость просто. Ты посмотри. Я гордость этого убежища. Ну все, смотрите-ка. Мы выполнили все задания, да? Правда? Правда ведь? Вот, мы выполнили задание, леди удачи, все такое. За убежище 88. Теперь мы можем здесь в дальнейшем разгребать убежище, строить новое свое личное убежище, кайфовать и все такое. Ну что ж, я предлагаю на сегодня, на этом, закончить. Вот, мы в следующей серии уже выберемся на волю. Огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на YouTube канал, подписывайтесь на Дзен канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Всем самого-самого наилучшего, здоровья, счастья, успехов. Всем пока.